Сегодня мы отмечаем 25-летие со дня организации нашей ветеранской. Она образовалась в 1991 году, сейчас 2016, 25 лет. Ветеранская организация ветеранов-летчиков и членов их семей объединяет людей, отдавших авиации страны все свои силы и здоровье. Можно сказать, горение сердец, создававших героическую историю советской российской военной авиации. У нас на учете стоит сейчас 900 с лишним человек. У нас есть ветераны 97-98, есть мужчины, а женщины и 100, и 101, и 102. Поздравить ветеранов Монинцев приехала глава Щелковского муниципального района Надежда Суровцева, руководство поселения, многочисленные гости. В зале собрались сами ветераны. Я хочу от всей души пожелать вам самое главное – это здоровье. Еще, чтобы вы были согреты любовью и вниманием ваших близких, ваших семей. Ну и, конечно, поблагодарить вас за эту работу. Ветераны-летчики, в прошлом преподаватели сложнейших дисциплин, из которых выстраивается искусство летчика, летное мастерство, люди судьбы, которая сопряжена с историей страны и авиации, всегда умели быть величайшим примером для молодежи, которые не только, как курсанты-покрышкинцы, учатся летать. Их пример простирается далеко за пределы авиации, они выступают в школах, в профессиональных училищах, на предприятиях, и везде представители этой ветеранской организации «Желанные гости». Даже за последние 5 лет мы заработали несколько дипломов за первое место в области, среди военно-воздушных сил, в Московском комитете ветеранов войны и Щелковском районе. Так что есть чем гордиться. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».